Итак, продолжаем, ребята, прохождение игры «Прототип». 2007 год, наш все любимый год, когда была пиковая индустрия музыки, фильмов и игр, да? Ну, все такие помнят, мем прекрасный, великий мой 2007 год. Да, вернуть его, конечно, не получится, все-таки уже на дворе 2024 год. Ну, а мы вперед, погнали. Отправляемся на задание. Оп! Извиняйте. О чем? В чем проблема? А, дядя. Я вижу, у вас не имется, да? У вас какие-то вопросы ко мне, уважаемый? Держи своего друга. Ну теперь я временно стал своим, да? Так, начинаем миссию. Отправляемся. Что это у нас за миссия? Так, Карен Паркер, Восточный Гарлем. Мы не очень много знаем об этом прорыве, но он вызван двумя генетическими типами. И, естественно, мне нужны образцы обоих типов, чтобы вылечить его. Сначала тебе нужно разыскать образцы зараженных башен, а потом собери образцы из полностью взорванного улья. И также зараженные башни распространены в этих зонах. Следуй туда, уничтожь и собери материал. Потом иди на окраины и добудь материал из улья. Что бы здесь ни произошло, это только лишь начало. Да, начало это начало, безусловно. Соберите генный материал, хорошо. Сколько там топать-то? Что-то далековато прям. Мастер бега, да? Хотя не так-то и далеко прям. Так, вот мы и на месте. На крыше, что ли? Так, Алекс Мерсер. А что это у нас, да? Ну, это улей. Зараженные башни. Инкубаторы для охотников. Ну, давай. Дурак, что ли? Ну, еще тут на вертолете, да? О, здорово, мужики! Что-то я не понимаю, что от меня хотят. Ну-ка. А как его надо собрать? Я что-то не понимаю, этот генный материал, если честно.
А, так ее надо уничтожить, в смысле, до того, как она раскрывается, что ли? Понятно. Так бы и сказали вы. Ваш генный материал, говоришь, да? Я вас услышал. Да пофигу на этот отряд вообще. Он нам что, проблема, что ли? Давай. Держи. Так, миссия выполнена. Лови! На! Здорово! Тихо, 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 тихо! Ладно, побежали. Чё от меня тут хотят-то? Генетический материал? И что? Так, целостность улья, да? 75%. Надо улей сохранять, я так понимаю, да? Ты где? Лови. Сразитесь с военными, сохраните улей целым. Классно. Где вояки? Они на БТРах, что ли? На, подарочек. Крепкий такт, да? Ну-ка. Вот, отлично. А где кто? А, вот и да? Герой. Так, мы потеряли контакт. У нас есть новая пехота. Генный материал улья, да?
Ты где? Получается, надо генный материал собирать. Ни хрена их тут. Ну, чё ж такая жесть-то, а? Что-то, по-моему, я сейчас проиграю. Ну, шансы-то есть, конечно. Я уж думаю, я проиграл. А, это получается вообще на последнем вздохе я прям это сделал. Красава. Пошел ты, блин. Так, а что, бежать, что ли? Так, борьба за контроль, понятно. Ага, военные принимают меры, 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 меры. Это нам не интересно. Короче, валить надо. Все. Делать нам тут нечего. Быстренько, быстренько. Не думаю, что они меня найдут. Ни хрена там здание, блин. Офигеть, вот это высота. Бум! Начинаю миссию. Не сказать, что она короткая, но и не длинная. Так, убежище данных, запад Мидтауна. Юго-восток от Манхэттена, авианосец корабль Реган должен оставаться у южного побережья. Мне интересно, куда идут грузовики? Куда бы они ни шли, уверен, Манхэллман сделает это вместе со мной. Я намерен выяснить, зачем. Итак, а дальше что? А потом я собираюсь гарантировать, что с ним кое-кто это не повторит. Ну, кое-кто, конечно. Ну что? Двигаем дальше, ребят. Штаб-квартира Black Oak, командование Бэтгерри Парк. Черт, да это же крепость прям. Итак, нужно найти вход. Надо быстрее исследовать базу.
Я же типа это, да, как его там правильно-то? Водитель, вроде как. Ну, типа. Это он командующий, да? Че, прям так в наглую, что ли, у вас есть? При таком количестве толпы? Ну, не знаю. Как-то прям это нагло. Ну-ка, ребятки, дайте-ка. Так, скрылся, да? Так, а что за ближайший патруль-то? Ближайший патруль это красный, вот эта метка, что ли, я так понимаю. Патруль. Ага, ну и все. Вперед тогда. Так, беспилотники и мобильный вид. Детектор вируса, если они светят красным, значит тебя засекли. Так, минус один патруль, да? Так, поехали. Ищем второй патруль. Настоящая мясорубка прям. Жалко мне, конечно, гражданских, они вообще не при делах. Вот правда. Я, конечно, и стараюсь их сильно-то и не убивать. Так, погнали, следующий патруль надо найти. Она нам больше не нужна.
Так, со сколько все патрулей-то надо уничтожить? 3, 2, 4, 5, 6. Так, минус патруль, идем дальше. Это что такое? Нормально. Патруль приближается к убежищу. Значит, надо его найти и встретить этот патруль. Миссия выполнена. Что теперь? Так, а зачем мне войти в авто? Нафига нам не нужно-то? Давайте мы его сейчас отсюда откатим. Даже так, а что это за точка такая? Убежище данные. Понятно. Да пофигу на этот ударный отряд вообще. Что-то их больно много прям. Патрулей этих. Так, уходим. Надо найти еще один отряд.
Это все? Отлично. Миссия сделана. Что нам предложат? Итак, в городе звучат взрывы. Там теперь охотники, благодаря Грин. Черная стража оградила остров. Стало ясно, что это Макмон, директор исследования Гэнгэк, связался с нами вместе. Он работал на Черную Стражу, изучал Грин. Карен и я работали тоже на него. Кто я? А может и что случилось со мной, он, наверное, знает. Итак, день инфекции 18. Я думал, я найду Макмулина и найду себя. Ну, может быть, и найдем, но это не точно. Ну, что он тебе сказал? Макмулен? Да, много всего. Например, что такое правда. А дальше что? Дальше он мертв. Дальше он уже погиб. День инфекции Б. 20% населения заражено. Куда теперь? Так, а что у нас, кстати, по поводу усилений? Поедание. Неплохо. $250,000, охренеть. Вот и все. Больше у меня не хватает очков пока. Остальное придется фармить. Регенерация — это все, конечно, хорошо, но не настолько. Что у нас за миссия? Сеть детекторов, если они видят меня, то увидят и Данну. Остановим военных и не даем разоплачить убежище. Ну-ка давай. Ну что, герои? Так, давай искать следующее. А где оно? Подожди. Это убежище данные. Маркер зоны. Да ладно, это нам пока не интересно. А смысл, какой их убивать? А нахер они нужны? Нам надо быстрее соображать. We got a contact. That's a definite. Redirect any patrols and call up the package requested ASAP.
Вот тебе вся игра к этому и сводится. Так. Да ладно. Использую, да, конечно. Да, активирую ты. Не очень-то перспективно, блин. Давай, 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 давай. Ё-моё, блин. Да ёп. Ну, было жестко, конечно. Штаб-квартира Black Coach, командование Бэтгери Парк. Итак, здание ГНС в средней части Манхэттена, то, что первоначально было принято, химическую аварию оказалось на самом деле биологическим атакой, власти назвали главным подозреваемым Алекса Мерсера. Итак, сэр. Полегче, капитан. Директор Макмаллан, поделитесь с капитаном данными. Возможно, это поможет ему выполнить его миссию. Мерсер, Зевс изменяется на клеточном уровне. Метаморф. Мы используем открытый образец ДНК для синтеза патогена внутри Зевса. Патоген будет производить возможное лекарство. Ты понимаешь свое задание, да? Я должен ввести инъекцию оружия цели Зевса и доставить его, сэр. Со всем уважением, все показания говорят обратное. Мерсер, это не то оно, что я думаю. Я объясню это подробнее после вашего выполнения миссии. Уволен.
Хотя бы не сказал, можешь идти, да? Капитан, у меня всегда были сложности с пониманием всей картины. Ну, капитан он такой, неважно. Что-то, блин, копейки какие-то дали. Так, валим. Ударная группа это. Тебе что, не имется, да? Ну давай, герой. Дурачок. Давайте на следующее задание отправляться. О! Да все нормально. Так, нам на крышу опять. Тихо. Толкаться-то не надо. Начинаю миссию. Смотрим. Убежище данных. Запад Мидтауна. Думаю, я могу подвести тебя поближе к Макмаллану. Новости показали бесконечный цикл, в которых научные группы Black Coach первали ули. Эти команды, которые работали на Макмаллана, верно, да? Если это так, тогда одна из них должна знать, где его найти. Иди в одну из них зон и вытащи Макмаллана. Макмаллан ключ ко всему этому, да? Конечно, ключ. Значит, надо его найти. Вперед. Так, что у меня с прокачкой? 95 тысяч у меня есть, да? Усиление шип. Угу. Мышечная масса. Так, вперед. Ну, сколько получится, настолько прокачаемся. Выбор-то у нас невеликий. Хер поймешь этот город. Половина вообще бегает в панике, другие просто гуляют, как будто ничего не происходит. Тут вообще вон инфекционная пошла тема. Вот и все, пошла жара. Пошел ты, блин. Вот они инфицированные. Сейчас, наверное, опять надо будет ули охранять, да? Внимание, мы стреляем по цели. Росомаха. Найти Макмаллана. Отметка достигнута. Отлично.
Ты серьезно? Ну, поехали. Плохо поглощение работает. Так, а чё от меня хотят-то, я не пойму. А как его найти-то? А где он? Ну-ка, подожди. Правильно, вот так вот его. Здорово, демон. Да вы чё, уроды, а? Да, действительно. Что теперь? А теперь на другой улице надо бежать. Вот вся игра к этому сводится. Бегаешь, бегаешь тут по всей карте. Ули эти добываешь, ищешь. Вот и все. Вся игра. Здесь что? А, тут у нас стоят эти, да? Детекторы. Детектор обнаружения. Да зачем их отключать? А, то есть мне в любом случае это надо будет отключать. Пошел ты, блин.
И чё мне не показывает он порядок-то? Вообще порядок не показывает. Да блин! Сука, иди сюда! Блин, сука, они продохнуть даже не дают. Ёб твою мать, а. Хоть так. Надо подождать, наверное, передохнуть. Что-то как-то не падает вообще. Ну чё за дела-то, а? Да не ломай то, вводи давай цифры, блин. Молодец. На. Отлично. Так, а теперь надо найти его, да? А где его искать? Наверное, буква Н, да? Или нет? Очень сильно интересно. Так, я не понял, где его искать-то?
Может, надо спрятаться, подождать, пока пройдет. Так, вот она падает, да? Отлично. Теперь доставим его. Так, отправляемся к нему. Давайте найдем его, захватим и доставим. Все чисто. Каково время прибытия? Ладно, проводим зачистку вокруг границы. Так, Макмаллен. Угу, не так-то все и просто. Выходим, держитесь, мы выдвигаемся. Понятно. Мне не повезло. И главное, я крайне-то. С какого перепуга-то? Я даже, блин, вообще... Че, охренел, да? Так, какую-то улей разнес. Я что-то не понимаю. Ты что, арт-удар, что ли? Что-то вообще ничего не помню, что произошло. По мне тут арт-удар работает. Так, давайте сейчас, ребята, поднимемся сами на крышу и на этом завершим наше задание. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Удачи всем, берегите себя.